Сергей Витальевич, какие задачи были на сегодняшний матч? Если не секрет, поделитесь, пожалуйста. Ну, первая задача была посмотреть ребят. Много уже как бы заканчивается чемпионат, надо принимать решения. У многих ребят и контракты закончились. Вот, надо было тоже и новичка посмотреть. Ну и тоже дали молодым, чтобы они почувствовали, посмотрели, какой уровень, чему надо стремиться. И я считаю, очень хорошая игра, на хорошем стадионе, в хорошей атмосфере. И то, что я хотел увидеть, я это увидел. И там результат для меня он был не первостепенен. Конечно, всегда хочется побеждать, но мне надо было увидеть именно футболистов. Как считаете, не сломал ли первый быстрый гол сегодня команду? Не, он ничего не сломал. Конечно, однозначно так нельзя начинать игру. Вот. Видно, что ребята вышли немножко. Ну, чувствовалось, что конец чемпионата как-то, может, даже где-то повлияло еще и вот это решение вчерашнее. Так видно, что... Вот. Но потом, я считаю, провели хороший матч и хорошие моменты создавали. И в целом я доволен игрой. То, что мне надо было увидеть, я увидел. Вы сегодня действовали так, как позволял соперник, или была установка играть вторым номером? Я не скажу, что мы играли вторым номером. Установка основная была – это сыграть дисциплинированно, организованно и все равно навязывать свою игру. И были эпизоды, когда мы перехватывали инициативу, когда мы полностью владели инициативой. И моменты у нас были не менее острые, чем у соперника. Поэтому я считаю, что хорошая игра. И самое важное, что бывает даже выигрышная игра дает меньше почвы для рассуждения, чем вот такие матчи. Но в целом, я считаю, достойно сыграли. Как смотрелась сегодня молодежь, по-вашему? Все-таки ваши подопечные? Ну, конечно. И больше это я им, конечно, выпустил их как немножко с таким, ну, как-то выразиться так правильнее. Как для них это было как поощрение такое, что там, потому что на следующий год эти ребята, понятно, что кто-то пойдет дальше с главной командой. Вот, в дубле они уже не будут, это их последний год в дубле. А кто-то пойдет или в аренду, и ну, будем. То есть тут это уже клубные дела будем решать. Ну, какое впечатление произвел Сейду? Неплохо. Видно, что парень поигравший, парень опытный. И понятно, что он еще не готов на 100% именно функционально. Он не в самых лучших кондициях. Но то, что мне надо было увидеть, я увидел. У него есть то, что нам нужно, и будем думать. Еще, возможно, будем его подписывать, да? Есть такое. Будем думать. Угу. Ну и последний вопрос. Два тура осталось. Какие у вас мысли вот перед самым финальным отрезком уже этого сезона? Мысли никаких. Наша задача – выиграть две оставшиеся игры, и все. И не думать ничего, и с высоко поднятой головой закончить чемпионат.